На Лайфе вышла такая статья: по-царски жильцов столичного ЖК обрадовали водопады с потолка. И есть тут видео. Такой красивый ремонт сделан, я сейчас вот покажу. Такой ремонт красивый, евроремонт. И с потолка прям льется вода, водопад. Это кошмар. Вот так обрадовали водопады. Бурные потоки воды встретили жильцов ЖК «Царская площадь» на Ленинградском проспекте в Москве. Вот так потолок весь. Фонтан был с потолка. Полы все залились. Пол в подъезде оказался полностью затоплен. Местные жители отмечают, что в здании отключили воду в квартирах. Кроме того, не работают лифты. Люди сетуют, что не могут достучаться до коменданта ЖК, у которого сегодня выходной. Пока что спасти от потопа их пытаются сотрудники управляющей компании ДОМС, обслуживающее здание. Так, еще раз, это где это? Ленинградский проспект. Вот такие вот. Такая вот фонтан, лужа, как река. Ой. Да. Вот так. Течет все, течет. Вот так выливается все. Подвал затоплен. Еще раз показываю, как это потоп сверху. Укрупняю и показываю. Это вот так все лилось. Ну, а на этом все.